22 по 23 декабря во Дворце спорта имени Гамида Гамидова прошло открытое первенство училища Олимпийского резерва города Хасавюрт по вольной борьбе с участием спортивных школ Республики Дагестан, соседних республик, а также Узбекистана и Азербайджана. Целью открытого первенства был анализ возможностей воспитанников спортивных школ среди юношей 15-16 лет, которые соревновались в 8 весовых категориях. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали министр промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагитпаша Умаханов, члены спортивной делегации и представители городской мэрии, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов от имени главы города и депутатов городского собрания поприветствовал всех гостей и участников турнира. Участники первенства, уважаемые хасавюртовцы, гости нашего города, я от имени главы городского собрания депутатов вас приветствую в этом прекрасном зале. Хочу пожелать участникам первенства, тренерам, тренерскому корпусу успехов в этих соревнованиях. Действительно, Хасавюрт – это мекка вольной борьбы. Года Хасавюрта ушло много. Но не буду перечислять звания, они известны всему миру, спортсменам именно вольной борьбы. Отдельно хочу приветствовать и поблагодарить директора школы нашего старшего брата Магомеда, который является патриархом вольной борьбы. Голова Хасавюрта, Дагестана, России, всего мира. Приветствую вас, удачи, успехов всем. Также в рамках турнира было проведено награждение тренеров и судей за активный вклад в развитие спортивных достижений в стране. Традиционно на каждом таких прекрасных соревнованиях есть прекрасные мероприятия, награждения. И сегодня специализированная детская и юношеская спортивная школа Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова поздравляет своих тренеров и на этих соревнованиях торжественно остановки вручает им благодарственные письма. Благодарственным письмом награждается Кунеев Шамиль Османович за высокое профессиональное мастерство, проведение спортивно-массовых мероприятий и за квалификационно-объективное судейство. Тренер, преподаватель по футболу. Благодарственный письмом награждается Эмилил Зурканай Насрулаевич за высокое профессиональное мастерство в составе судейской коллегии по вольной борьбе и за активное участие в спортивной жизни школы. Благодарственным письмом награждается Мирзабекова Саида Заирбекова. В чемпионате приняли участие более 200 спортсменов, из которых 8 участников заняли первые места, 8 вторые и 16 третьих. Победители, призеры и участники турнира были награждены медалями, кубками, дипломами и денежным вознаграждением. Курбан Гирейханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».